Ну, я уже говорил, что, значит, должна существовать, конечно же, абсолютная свобода и демократия в выражении своих, так сказать, желаний, своих представлений, да, это правильно, как мне кажется, вот, но каждый, опять-таки, да, выбирает свой путь, и это, конечно же, феминистическое движение, это не мой путь, вот, но я за то, что, ну, пусть будет, почему нет, но... Другой вопрос, что, конечно же, когда наша страна достигнет, так сказать, той правильной занятости, того уровня правильной занятости, люди не будут отвлекаться вот на это, да? Когда у нас появятся в стране деньги, когда появятся возможности, они не будут на эту ерунду обращать внимание, будут счастливы от другого, от жизни в свое, так сказать, удовольствие, да? И, там, не знаю, от возможности самовыразиться. Вот, так что я за то, чтобы было все, кроме порнографии.